сразу вторая. Второй ролик. Что было разыграно? Странная сицилианка с Ранта Лапина. Как будешь играть сицилианку в пулю? Там же тут же нужно много думать. Нет. Абсолютно думать не надо вообще на самом деле. Это самый безмозглый дебют. Шучу. Самый безмозглый дебют — это тот, который ты играешь обычно. Это ты прав. Да, да, именно он самый. На букву L начинает. Почему ты так не уважаешь латышский гамбит? Я просто даже это название произносить в эфире не могу, поэтому пусть будет на букву L. Отличный дебют, по-моему. Ничего черного не получили по дебюту. На мат-то напали. Черные нет, так черные ничего не должны получать, это белые должны получать. А черные должны их получать. Все, что белые получили, тут за позицию без пешки. Король f7. Потом цепки, конечно, не поспоришь. Угу. Опять качество отдал, да что это такое? Фанатик какой-то. Жертвы качества. Нет, я лучше обратно сдам. Не могу уж с ним играть в таком формате. Обратно сдам. Слушай, ну он что-то цепляется. Да, он просто очень быстрый, поэтому и цепляется. Ой, я еще зевнул пешку, я дурак. Ставлю в этой партии на победу Платона. Ну, тут можно в каждой партии ставить на победу Платона, а он все никак не выиграет до сих пор. Конкретно в этой я ставлю на его победу. О, нет, я передумал. Что ставишь на его победу? Так, сюда. Ну все, ничейка есть. Какая ничейка? 8 секунд. Ничейка минимум. Не хочет вот он терять пункты. Да я случайно нажал, там просто рядом эти кнопки. Так, сюда. Разыграй какой-нибудь d5, поди черную. Да уже сицилианка разыграла давно, пока ты это сказал. Ну просто тебе на будущее. А, он все-таки так играет, ладно. f5. Ой, f5, плохой ход, ладно, он меня прощает. Почему плохой? Там конь g5. Ой, я все-таки не до конца прощаю. Король h7. Ой, да, мне повезло все-таки, да. Папа очень повезло. Он придавить. Отлично, все, придавило. Его придавило. Ну h5. Вот сейчас h5 готовится. Я надо g4 играть, g4 молодец сыграл. Сюда. Ладно, взял. Взял. Так, ну тут наверное. Коня убрал. Ну король f7 ты пойдешь или король g7? Да пойду, пойду. Нужно строить по линии. Ладья h2. А ну тут сейчас он будет не рубить флаг, потому что он быстрее намного. Так лучше пытаться как-то ничего сделать. Каким образом ты попытаешься это сделать? Не знаю, так сюда. Да, наверное, никак не получится, он слишком быстро. Можно было коней сейчас разменять, ты зря. Но тоже нельзя. Хотя, чем не менять коней, мой лучше. Хотя, если он заставит сейчас. Да, он поменял коней. Вообще, вхождение туда-сюда тоже довольно быстро. То есть, еще, тут еще не факт. У вас одинаково примерно на табло. Это увлекательное занятие. Ты уже выигрываешь, по-моему, пару секунд. Потом пытается добиться какого-то прогресса. Да, король на h6 тут просто спасет мир. Да, теперь ты уходишь. А, мне тебе неудобно ходить туда-сюда, я понимаю Платона, потому что слоном это тяжело делать. Почему? Потому что ближайшее поле b4, понимаешь? А, понял. Видишь, он мог сейчас выиграть, но теперь мне наоборот очень удобно ходить туда-сюда. Да, и это захватывающая позиция. Чем же интересно она закончится? Слушай, ну это феноменально. Шикарная партия. Он, блин, быстро как свин. Ну это не шахматы, ребят. Победа Платона, предрекаю. Yes! Yes! Блестяще.
Трех ходов не хватило до 100. За минуту это... Это шедевр. Эта партия просто мне... Это торжество интеллекта, на самом деле. Так, все поменялось здесь. Наша линия же... Чуть-чуть поприятнее у белых. Почему? За счет чего? Он чуть-чуть недоразвит. Бедный, оскорбляем Платона. Он чуть-чуть недоразвит. Все пешки сдал. Ну, одну по-любому отыграет на А2. И у него типа... Ой-ой, все зевнул. Ладно. Слон А3. То фигуры стали активные сразу. Все зевнул, но фигуры активные. Да. Так бывает. Слон D6, да. B8 нашел. Что ж за свин ты такой? Черт. Как выиграть? Выиграть сюда. Ну так не выиграть. Сейчас клоняться 8. Ладно. Платон все ищет вообще. Ищет. Обидно не то, что он ищет, а то, что он находит. Ого. Да, Платон. Талант. Изобретательный. Ферзь D2, пипец. Ну, ладья F1. Да не знаю, мне нужна активная ладья, блин, как так? Ладья А1. Нет, ладья B1 у тебя лучше. У тебя 9 секунд. Ладья B1 было лучше, ну да, тут уже, видимо, проиграют. Ой, да, еще и зевнул коня. Тут уже Платон сейчас, конечно, технично сыграл. Даже проверять не буду. С 2 секундами против 14. Не, ну так накрутил, просто я в шоке. Платон удивляет. Не, ну не очень-то и удивляет. Я на самом деле ожидал, что будет не будет намного, намного сложнее. Почему ты на H7 не накинул сейчас? Время позднее, я не успевал. По-моему, может быть, успевал. Ну, тяжело прочувствовать это. Слон F3 какой-то ход есть. Ну, слон F3, конечно, он найдет. Слон F3, он всю тактику видит. Никаких сомнений нет. Если тактики становятся чуть поменьше, сразу можно с ним бороться. Коня может как-то на b5. Пока полная доска тактики, никаких шансов. Платоша просто зверь. Да. Зверь. Так, а что у нас получилось? Без пешки? А, нет, равно. Надо куда-то туда влезть. Стремиться. Никто же не поменяется с тобой, Никит. Все, отъел одну. О, все поменялось. Ты доволен? Да, учитывая то, что он зевнул ладью, особенно доволен. Ну все, теперь ты должен быть просто в восторге от этой партии. Да. Сдался Платоша. Какой же счет общий? 7-2. 7-2, нормально. Да нет, плохо для Платона, на самом деле. Я думаю, он сильнее меня в пулю играет. Особенно это вот по последней партии видно. Он просто, ну, нереально эпичный тактик. Нереально эпичный тактик. По-другому и не скажешь. Ого, еще одну жертвует. Это жертва была? Тут я знаю. Это не ко мне. Наверное, жертва. Ну вот он на 7 хочет отыграть. Просто когда меня начинает убивать, я сразу говорю, что это была жертва. Смотри, как пешки твои на ферзевом зависли. Да, активно, все плохо. Опять он качество пожертвовал. Что такое-то? Что за человек вообще? А почему на 2-то не взять? Ой, на 7-то почему не взять? Собирать. Знаешь, что мне нравится в Платоне? Что он не меняется. Это плохо, из-за этого он не прогрессирует. Хорош, Матис должен меняться. Нет. Красивая тактика за черных, кстати. Ферзь c5 запланирован? Или слон c5? А, вот так. Или я зевнул, не знаю, это одно из двух. Ну, ладью, бей. Или красивая тактика, или я все зевнул. По-моему, все-таки красивая тактика.
С лишним слоном вышел. Да, надо попробую посчитать такое. В пульку. Ну да, еще ферзи поменялись. Фантастика. И ладьи поменялись. Так, ну здесь да, по-моему, здесь все ясно. Сейчас скажет, ничего здесь не ясно. Ничего не ясно. Все, ферзи идут. Много ферзей, целых два идет. Так, у меня 9 секунд против одной. Нет, а, просто лагает. Он лагает сильно. У меня 4. Ход назад, да, гениально. Именно ход назад тут поможет. Так, ну ладно, закончим. И следующий, так, кажется.